Соревнования прошли на лыжной трассе острова Русский. Лыжня на Русском всегда собирает сотни людей. Особенно многолюдно здесь в выходные. Жители и гости краевой столицы приезжают, чтобы покататься, отдохнуть и прекрасно провести время. Эти выходные объединили сразу любителей и профессионалов лыжного спорта. Все они стали участниками русской гонки. Поприветствовать участников приехал глава Владивостока. А вам всем просто почувствовать радость от сегодняшнего мероприятия, собственно говоря, это единственная задача. Километры, секунды, это, наверное, все важно. Но важно просто почувствовать еще один счастливый день. Друзья, поздравляю вас с новым стартом. В субботу, 28 января, прошли соревнования лыжников, имеющих спортивный разряд. В воскресенье состоялись массовые заезды для всех желающих. Победителей ждали заслуженные призы.